Всем привет! Сегодня вторая часть нашей увлекательной экскурсии. Мы находимся в Нижней Австрии. Здесь вы можете попробовать простую сезонную кухню, вегетарианские деликатесы и домашнюю выпечку. Отлично подходит для малышей, с уголком для игр и песком, надувной замок, батут, различные обычные педальные машины. Родители могут расслабиться, наслаждаться трапезой в таверне. А также здесь написано, что в бесплатном парке приключений есть множество развлечений для молодых и тех, кто молод душой. Wir sind da hinten. Не, в бок, в бок, в бок, в бок, на. Да, в бок. Тот, да, вон тот в бок. Этот в бок. Мама, не тянется туда. В другую сторону потяни. А, нет, 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 нет. На себя сделай. А теперь от себя. Да. И теперь вот эту от себя сделай. От себя. Куда? Куда его? Назад, вперед, мам. Подожди, я хочу поднять его. Или встали. Дети учат мать. Это повороты. Thank you.
Sitzer. Ah, Sitzer? Darf man nicht stehen? Парк-экскаватор. Jetzt fahren eh gerade andere mit dem Elektroauto auch. Тебе садиться. Стоп. Sitzen. Я не выдержу, я жопу... Ой, у нас в парке
Kaskim. Și pații Kaskim sunt pentru prin ce automatice. Am умчиться с ветерком на гольфка. Маленький автомобиль предназначен для перевозки игроков в гольф и их клюшек. Сбоку справа. Сколько километров? 10 километров. Absolutamente ist er vor geradeaus, nicht tanzen. Fahrt bis zu der Hauptstraße nochmal weg. Ah, und dann, ja? Okay. Da siehst du eine Tafel mit Foto, dort fährst du rechts rein. Ja, gut. 10 Meter pro Stunde, 10, vielleicht. Das medlen pausiert. Zeit. Папаша, тебя практики нет, а сейчас будешь водить тоже. Aber nicht in unser eine da. Hey, du fährst schon wieder durch die Wiesen. Bleib auf dem Weg. Не выпадешь машины. Bitte rechts fahren. Бешеная скорость. А на том механическом, который цепи, я вот это сама. Не ты один вместе. Там педали надо крутить. Я знаю. Кто за рулем, тот с ногами, крутит. Либо с головой. Нет. Falsch, ja? Раньше не было ничего было делать, да? Ну, дикачка.